К кому Дня Победы подводятся итоги городской патриотической акции «Прадеды, деды, солдаты Победы», организованной по инициативе Управления образования администрации города Оренбурга при поддержке Оренбургского отделения Российского исторического общества. В акцию включились все образовательные организации города Оренбурга, а это более 60 тысяч учащихся. Заявленный в положении проведения акции виртуальный формат оказался как нельзя более актуальным во время дистанционного обучения. На сайтах образовательных организаций были размещены конкурсные материалы о героизме и мужестве участников Великой Отечественной войны, детях войны, тружениках тыла. Организаторами акции, Управлением образования и Многопрофильным центром дополнительного образования детей совместно с жюри акции были отсмотрены более 2000 работ. Наиболее активных участников акции ждут дипломы, а по итогам проведения акции будет выпущен диск, который передадут в музей города Оренбурга.